хотим мы этого или нет, но количество пьяных за рулем не сокращается. И это просто цифры статистики, которые ужасают. С принятием поправок, снижающих количество допустимого алкоголя в крови до нуля, магнитогорские водители буквально сходят с ума. И если раньше большинство из тех, кого задерживали, были, что называется, под шофе и вели себя вменяемо, то сегодня нормой дела стал в дюпель пьяный водитель, который не понимает, до какой степени он напился. Отсюда нечленораздельное бормотание, попытка обвинить полицейских в беспределе и полная потеря ориентации в пространстве. Самое забавное, что большинство из них не в силах даже пройти по прямой линии, а они все равно за руль. Такие граждане представляют самую большую угрозу обществу. Они смертельно опасны на дороге. И полиция Магнитогорска просит горожан и участников дорожного движения проявлять бдительность и не жалеть таких отморозков. Иначе и вполне реально пострадают невинные. Но они этого не понимают. Они даже отказываются проходить медицинское освидетельствование на месте и получают дополнительные 14 суток. И отнюдь не санатория. Как с этим бороться, до конца не ясно. И разреши принимать столько, как в США или хотя бы в Европе, мы не избавимся от алкашей-дебилов за рулем. Быть может, пожизненное лишение прав? Возможно. Но ведь есть и случаи повторного нарушения. Да потому что существует в обществе ситуация, когда человеку все по. И по барабану, и по другому месту. Так что нам, походу, с этим жить. И пусть хотя бы человек, не знающий, видит, что эти кадры подтверждают простую истину. Если повадился нарушать закон, то рано или поздно полиция тебя поймает, но накажут уже другие органы, и будешь ты мытаться по закоулкам без прав, и забудешь поездки к родне, да и на озеро с природой, и будет имя твое лишенец, и в некоторых случаях пожизненный.